Многие из вас спрашивают, как правильно ухаживать за вашими AirPods. Это не важно, будут кастомизированные или оригинальные белые. Сейчас я вам все покажу. Ребят, самое главное, старайтесь с ключами в карман не класть. Потому что они в любом случае, если у вас глянцевое покрытие, будут оставлять маленькие царапины. С матовым покрытием такого не будет, но с матовым покрытием тоже нужен AirPod. Объясню какой. Не ронять. Ребят. Если даже уронить телефон, в любом случае какие-то вмятины будут. Здесь покрытие идет краски, они хоть и на водной основе очень защищают хорошо AirPods, но все равно сколы у вас или вмятины они будут. Также смотрите, многие обращаются к нам, почему нам плохо слышно. Объясню, почему плохо слышно. Ребята, я не хочу никого обвинить, но сетки забиваются серой. Некоторые из вас хотят почистить это зубочисткой или иголкой. Этого делать совершенно запрещено. Объясню почему. Здесь сетки, они очень-очень нежные. Их нельзя пробивать, их нельзя вот так тыкать. Зубочистки и иголки в любом случае отпадают. Вы можете взять ушную палочку или дома зубную щетку ненужную. Берете буквально капельку спирта и аккуратно просто убираете серу. Вот такими движениями. Убираете, и в ваших наушниках лучше станет звук. Поэтому, ребят, запоминайте и повторяйте за мной.